Баута на Новакова Зубаря. Сегодня у нас 8 января. Именно на зубастую корюшку. Хотел бы рассказать немножко о снастях, да, которые ловлю. В моем случае на сегодняшний день я выбрал рыбалку на так называемого паука. Рыба есть, в принципе, размер на лайке достойный. Поймал несколько зубариков. Зубарик разнокалиберный. То есть, ну, вот этого бригадира, конечно, я поймал с огромным удовольствием. Прям хороший. А как он пахнет? А, свежими огурцами. Тот, кто ловил, тот понимает, о чем я говорю. Чем я ищу рыбу? Это эхолот. Пани Лоуренс. Хук 4. Без GPS, без ничего. Для зимней ловли подойдет. Он однолучевой. Частота на 200 Гц. Как будет подход, я включу еще раз камеру, чтобы поснимать сам подход, как будет идти рыба, чтобы это было наглядно видно. Ну а пока продолжаем видео по эхолоту. Это все был подход зубаря. Сколько? Раз, два, три. Ну, в общем, наверное, около десятка взял. В принципе, неплохо. Небольшая кучка зубаря. Один зубарик прям зачетный. Показывает как надо, отличие от других эхолотов тем, что у него в принципе один диапазон работы в 200 Гц, что немножко упрощает, потому что все рыбаки знают, что когда луч большой и по краям показывает рыбу, что она есть, но она у тебя не ловится, и ты начинаешь бесить прям, и ты начинаешь изгаляться. До встречи на рыбалке. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне будет приятно. Если какие-то есть вопросы, в принципе, в комментариях смогу всегда ответить.